Так а для их личной безопасности они имеют право не заходить в закрытое помещение. Вы имеете право вызвать милицию исключительно. Да, вон, если я порушу их права, могут сразу вызвать милицию. Без проблем. Видео, ну, так, аудионаблюдение. Чиновник, ну, так это, для вашей и безопасности, а не для их безопасности. Вы мне не мешаете выполнять. Хорошо, я вам не мешаю, я вам корректирую ваши права. Я в курсе твои права. Ага. Сейчас, зачекай. Сейчас затримание, я выйду со штаба. Это подожди. Я прошу прощения, а вам говорят, что вы что-то украли? Нам или ничего не говорят, просто сказали сюда прийти. Да. В чем причина, не объясняют. То есть, ну, вы что-то приобрели, да, оплатили, вышли, да, и... Да. Мы приобрели. Вышли, и вас остановили, да. Типа, да? В чем причина, ну, вы можете не заходить в вот это закрытое помещение, то есть можете спокойно вызвать милицию, если, ну, да, это... Да. Превышение. Шановный, я ничего не... Хорошо, хорошо, я с вами, я вам сказал. Здрасте, приехали. Я ничего выключать не собираюсь. Ну так не мешайте мне выполнять свою работу. Я выключать ничего не собираюсь. Не, я к ним отношения не имею. Так я тоже. Все, всего доброго. Спасибо большое.